Еще раз здравствуйте. Итак, приступим к маринованию помидор. Что мне понадобится? Я взяла 3 килограмма помидорки сливка. Мой сорт любимый, потому что мясистые, не водянистые. Прекрасно я приправу с них кручу и на засолку мне не нравится. 3 килограмма помидор, штук 6-7 перчика взяла. Перчик, как видите, я красный специально не стала брать, чтобы в банке был контраст. Ну, естественно, в банке нам понадобится 9% уксус, сахар, соль, лаврушечка у меня здесь и душистый горошек. Все, что нам понадобится. Никакой зелени, никаких трав мне не нужно. Сейчас я в банке уложу сперва овощи. Сколько у меня будет овощей в банках. Литровая банка. Банки я только с содой помыла. И перевернутые они мне постояли. Банки я не стерилизую. Так как у меня готовится там, закипает кипяток, мы сейчас все равно будем заливать кипятком. На дно банки сперва я опускаю перчик. Можно его красиво поставить. Если получится, да? Ну вот, где-то такое количество перчик нам придаст аромат. И отправляем сюда помидорки. Повторюсь, ни чеснок, ни укроп, никакая зелень здесь не нужна в этом рецепте. Перчик для аромата, ну и также он, конечно, будет очень вкусным. Покрупнее помидорки надо уложить в 3-литровую баночку. У меня подготовлена здесь еще 2-литровая, литровая, насколько хватит. Маринад будет настолько вкусный, что вы вперед выпьете маринад, а потом будете уже помидорки кушать. Ну вот достаточно такое количество. На 3-литровую банку отправим сюда пару листиков, я отправлю лаврушечки, ну и горошек, сколько там зацепим. Горсточку горошка все сюда отправили, также заполняем остальные банки. Ну вот мои 3 килограмма, смотрите, почти все разошлись. Одна 2-литровая, 3-литровая и литровая баночка. Все, буквально один остается. Наверное, вот сюда поместим. Сильно, конечно, трамбовать не надо, чтобы помидорки не подавились у нас. Ну, сейчас мы отдадим кипяточком, они еще у нас осядут. Так, сюда мы еще не отправили лаврушечку. И перчик отправили. Так, ну а теперь можно вот, ребята, вот у нас перчик остается. Вот так по краю баночки где-то их его протолкнуть, так сказать, для дизайна. Плотно распихала 3 килограмма. Так, ну вот у меня всего 2 перчинки тут осталось. В принципе, сейчас, когда я же говорю, кипяточком обдадим. У нас место еще будет. Мы добавим оставшийся перчик. Все. Уложили наши овощи. Обратили внимание, да, никакой зелени. Лаврушка, душистый перчик. Все. И теперь зальем кипятком. Так, очень аккуратненько в серединку льем кипяточек. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Не торопимся. Сейчас этот перчик, он ляжет. Закрываем крышечкой. Все то же самое проделываем
с остальными банками. Ну вот, друзья, банки доверху заливаем кипятком, накрываем крышками. Крышки я обдала кипятком тоже. И пусть, ну, минут 20, можно 30 постоят, остынут они. Сольем мы эту же водичку в кастрюльку. Только нужно будет измерить, сколько литров. Ну, я буду брать 4 литра мне сюда. Мало не будет. Немножко останется, выльется. Вы можете строго измерить, сколько в вашей емкости литров. Почему? Потому что на литр нужно будет брать ложка столовая сахара с горочкой, небольшой такой, 6 столовых ложек сахара и 4 столовых ложки 9% уксуса. Все, это весь будет маринад. Да, и в начале видео я не сказала, конечно, наверное, лишним не будет напомнить. Овощи, перед тем, как их заготавливать, подержала в воде тепленькой с пищевой содой. Хорошо промыла, обсушила и отправила в банки. Итак, ждем остывания. Ну что, помидорки, вернее, водичка наша подостыла. Сейчас мы будем сливать. Вот у меня кастрюлька, тут у меня отмечены литры, поэтому я сюда буду сливать. Вот, скорее всего, литровая и двухлитровая даст нам литр, а в трехлитровой, наверное, литр жидкости. Все, перелили, опять накрыли крышечкой и пусть стоит, ждет дальше своего череда. Сливаем двухлитровую. Да, ребята. Нет, тут поболее будет. 1,5 литра где-то. Так. Да, 1,5 литра. Так, сейчас мы отмерим литры. Так, вот здесь у меня в этой кружке 0,5 литра. Через ситечко прольем. Так, 0,5 литра. Вот это литр, 1 литр. Так. Литр 200. Вот тут получается 2-литровый и литровый. Так, с 3-литровой сливаем баночки. Так, тут литр есть. 1,5 литра. Видите, уже баночки подостыли. 2 литра. Теперь сделаем до 3 литров, чтобы у нас четкий рецепт был. Здесь 2 литра, здесь, видите, даже не половина. Добавлю еще сюда воды, чтобы было 3 литра. Уже из этого расчета будем, из расчета на литр будем уже высыпать наши остальные продукты. Итак, 3 литра у нас здесь. 0,5 литра, как говорится, с плюсом пошло. Ничего страшного, 3 литра. Значит, если на литр у нас идет 6 ложек сахара, то на 3 18 ложек сахара высыпаем сюда. Как раз у меня здесь было, вот 18 ложку высыпаем. Все. Сахар высыпали, соль будем. Так, теперь на литр ложка у нас 3, значит 3 ложки соли. Соль всегда говорят, что йодированную нельзя. Не знаю. Я цеплю всегда йодированную соль, которая у нас продается в магазине. Итак, 3 вот таких ложки соли высыпаем.
с горочкой. Все. Соль, сахар отправлены сюда. Ставим на плиту закипать. Как закипит, сюда вылим еще. Если у нас 4 столовых ложки идет на литр, у нас 3-12 столовых ложек уксуса вылим 9% после того, как закипит рассол. Друзья, вот мои баночки закатаны. Залог успеха – чистота. Хорошо закатать. И сейчас обязательно нужно укутать. До остывания, до завтрашнего утра они у меня будут стоять укутанные. Классные, красивые, вкусные, поверьте. Попробовав такой рецепт, вы обязательно будете мариновать так помидорки. Деткам очень нравится. Вот нет ни чеснока, ни зелени. Очень вкусные, ароматные, сладкие томаты. В том числе и перчик. Также можно замариновать и один перчик без томат. Очень-очень будет вкусно. Всем пока. Всем успехов на вашей кухне. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.